Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, с вами Шляпник, не знаю, как его зовут до сих пор, в игрушке Darkwood. 17:00, скоро ночь. Готов ли я к ночи? Нет. Конечно же нет. Ай, слушай, давай-ка быстро проверим. Генератор на одну ночь хватит. Ну просто нельзя оставлять эту игру без присмотра, потому что все быстро забывается. Капкан стоит, все хорошо. Что там с вещами? Что с вещами? Один капкан в рюкзаке на всякий случай. Давай, знаешь что? Еще коктейль Молотова возьмем, а отмычку уберем. И что? И тряпки, наверное, сложим на верстак. Ну, пожалуй, и все. Ну, верстак никуда не девается, поэтому я думаю, что если что-то потребуется, и если будет из чего, мы с тобой быстро все это приготовим. Если я эту переночую ночь удачно и куплю штык для лопаты и сделаю лопату, то пойду в подземелье. Схожу в подземелье и отправлюсь, наверное, после этого в глухой лес. А если не куплю, то, наверное, все равно схожу в подземелье и отправлюсь потом в глухой лес. А когда все-таки куплю, все равно вернусь в подземелье и, ну, интересно выкопать, что же там такое завалено. 18:03. Обойти свои владения. Никто дровишек не положил. Никто. Пила пуста. Бензина совсем чуть-чуть. Ну что же все-таки это за тайник, а? Какой же код? И где его взять? И есть ли он вообще от этого тайника? Все, начинают завывать эти нелюди всякие, оборотни, лесом поглощенные. Людишки, звери или кто там они? 6:30. Вечереет. Вечереет. А это 7-я ночь, да? Или 8-я? Чуть я не помню. По-моему, 7-я будет. Наставлю я капканов, чтобы ко мне никто не пробрался, чтобы репутация была к утру подходящая. И может тогда получится купить. 7 часов. Как быстро летит время. Как же его остановить? Может быть... А, пистолетики я все равно не смогу сделать. Не смогу. Давай, наверное, включаем генератор. Эх. Не знаю, увидите ли вы меня утром. Придвинем. Хотя это и не очень помогает, но может хоть как-нибудь задержит их. Закрою дверь. Тумбочку. Ну и табуретку тоже. И зажмусь в уголок, присяду и буду тихо рыдать. Было бы кровать, можно было бы укрыться одеялом с головой, я бы, наверное, так и сделал. А, наверное, под кровать бы залез бы и там сидел. И ждал бы утра. Говорят, помогает. Десять минут, да, до наступления темноты. Но мне кажется, все-таки самое интересное и самое зловещее наступает где-то в полночь. Полночь. Просто все эти демоны начинают бесноваться. Не знаю, одна лампа там, одна здесь. Может установить капкан, а? Давай-ка, наверное...
Вот, веточки начинают похрустывать. Ну как так? Как так? Так быстро. Так быстро. Что там с верстаком? Нет, ну я не могу сделать. Я не могу сделать. Нет у меня этой трубки. Черт. Я думал, хотя бы в полночь начнется. Нет. Ровно в 8. В 8 начали похрустывать ветки. В 9 уже рычат и ходят под окнами. Чувствуют, чувствуют мясцо. Надо точно уже менять территорию. Разнюхали они все, гады. Хотя, мне кажется, они и в другом месте меня не оставят в покое. А в подземелье там же темно. Там же тоже, наверное, всяких монстриков полным-полно. Не знаю. Что такое? Свет, ты того не гасни. Генератор, там все в порядке. Не надо гаснуть. Ну, черт побери, а. Ну, зашел же, зашел. Или это ветер? Нет, ребят, я не открою. Я на свадьбе был, я уже не пойду я никуда. Стучите хоть раз, стучитесь. Не пойду, не пойду. Не хочу. Да не надо, не надо. Опачки. Опачки, вот это да. Он дверь ломает. Он ломает дверь. Черт побери. А кто же это такой, а? Может быть, сразу как коктейль Молотова? Я сожгу тебя, тварь. Я сожгу тебя. Слушай, он у меня в руке не разорвется, нет? Сожгу тебя, себя и весь этот дом. А интересно, если я сейчас отпущу кнопку, не бросит, нет? Чё-то я боюсь. Ну теперь придется держать, теперь придется держать. Все. Рука дрожит. Нервы на пределе. Просто на взводе. Но никто почему-то не заходит. А тем временем время подбирается к 4 часам. Еще бы часа 2 продержаться. И я бы уже... вздохнул с облегчением. Просто не свожу глаз от этого циферблата. Время, давай-ка побыстрее, а? Давай-ка побыстрее. Я уже не могу, я уже, у меня затекла рука, я не могу держать этот коктейль. А? Попался. Взял только дикарь. Закрыть дверь. Убрать металлолом. Нет, капкан я больше ставить не буду. А буду ждать. Буду ждать. Если зайдут, сожгу. А кто же это все-таки двери ломал? Обычно дикари открывают, просто дверь заходят, и если капкан есть, не попадаются, если нет, бегут на меня и ломают мне кости. А нет. 7. Все, ребятка, слаживаю все. Не будет вас, не будет. Даже начну... Нет, стоп, капкан не попадаться. Я знаю. Все, начну разбирать свои баррикады. День 7. Фух, день 7, это уже хорошо. Ой, как же хорошо прожить ночь и остаться живым. Хотя как бы на уровне сложности нормально и не страшно умереть, но все-таки обидно, да? Торговать. Репутация 162. Можно было накопить репутацию, но я немного ее потратил на всякую билиберду. Так, слушай. Давай пока уйдем.
давай пока уйдем, отодвинем этот шкаф. Брось его. Что там осталось у нас еще? Капля горючего. Ну да, немного осталось. Пойду соберу, что там на верстаке есть полезного. Кстати, хлеб тоже продать. Вот этот вот зародыш мне не очень нужен. Таблетка. Я не знаю, может они, конечно, важны, может и нужны. Ухо. Ухо-ухо. Собачье ухо. Ой, ну куда же я бегу, а? О чем я думаю? О подземелье, наверное. Или о невесте своей. Которую сжег просто. 162, ну давай посмотрим. 130, это получается у нас 290. А нам нужно на штык-лопата 450. Так, у нас будет 420. 420. Ну и таблетки, да? Нет, 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 какой топор? Мне топор, мне штык, штык, хочу штык. Хочу купить штык. Отлично, штык у нас есть. И вот металлическую трубку. Давай-ка, наверное, зародыша опустим на металлическую трубку. Да ну и ладно. Пускай будет так. Пускай будет так. Я не могу сделать, черт побери, я не могу создать. У меня нужен опять снова вот этот вот ящик с инструментами. А у него его, по-моему, нет. Обида. Самогон в сторону, камни тоже туда же. Металлолом убрать. Это убрать, хлеб нет. Сейчас я возьму все то, что я могу продать, и сбегаю к оборотню. Может, у него завалялось. А если нет, прям беда, я тогда не знаю. Отправлюсь, наверное, куда? В лес? Факел. Что можно оставить, а? Ну, бинты оставлю. Лампу. Может, по дороге что-то найду. Ну все. Сейчас посмотрю, нет ли у него этого ящика. Так. А у него ящика нет. У него этого ящика нет. А может быть, и у оборотня тоже его не быть. Вот это будет совсем обидно. Я же у него покупал, я не знаю, подзавезли ему этих ящиков с инструментами, наверное, да? Так, ты, дружок, отдышись. Дорога, дорога, прямо по дороге, выйдем на дорогу и почти придем к оборотню. Все, 8-10, время пошло. Время прошло работать против нас. Как бегаем мы с тобой, бегаем, никак ты не натренируешься. Все у тебя отдышка. Чуть-чуть пробежал и все. Так, поваленное дерево, ну, мы рядом. Полчаса, и мы у оборотня, да? Где он там?
Чего мясо? Торговать чего? Да, у него есть этот ящик, и он стоит 200. И попробую я у него его купить. 140, 30, ну и 30. Сойдет. Конечно, сойдет. Я все тебе таблетки передал. Все. Конечно, сойдет. Ну а теперь дорога назад. Побегу-ка я попробую по другой дороге. Вдруг что когда-нибудь пропустил, найду чего-нибудь полезного. Мало ли что. Грибы оббегаем. Хотя, слушай, там же есть... Нет, оббегаем мы грибы. Ящик. Заперто можно открыть. Вот и хорошо. А у нас должна быть отмычка, да? Капкан вот тебе на. Канистра с бензином, спички, таблетки. В общем, не зря сходили. Не зря. Не, ну смотри-ка, уже 10:30. Ну что так быстро летит время? Я так и не успею. Не успею подземелье-то осмотреть. Улучшить верстак. А досточки-то заканчиваются. Досточки-то тю-тю. Так, легкая броня. Ну ничего себе. Нужно непонятно что и тряпок. Всего две. Серп. Одна зарядный дробовик. То есть это на один раз. А это самодельный дробовик может быть на много раз, да? Ладно, мне нужна лопата. Мне нужна лопата и больше ничего. А лопатой можно и драться, но... или нет? Ухо в сторону, таблетки в сторону, тряпки, спички оставляем, самогон тоже. Одну канистру в сторону, капкан убрать, хлеб убрать, гвозди пускай лежат. Бинты. Два бинта пускай будет. Что нам еще в дороге? Лампа. Давай, наверное, сделаем факел. И возьмем вот эту вот почти закончившуюся лампу. И побежали с тобой в подземелье. А досок-то нету. Досок нету. Чинить уже скоро станет невозможно. Значит, настало время. Пора уходить отсюда. Собачка, что же тебя никто никак не уберет? Все, лежишь здесь и лежишь. Так, где проход? Здесь, кстати, ничего уже нет. Подземелье. Завал. Копать. Лопатки. Нужно пол лопаты, да? А у меня, значит, она еще останется. Что? То есть нужно продолжать копать? А лопатки у меня тогда не останется. Где мой факел?
Хочу просто осмотреть, что тут. Наверное, знаешь что? Я, наверное, его не раскопаю. Ай. Да, получается, наверное, так. Нет, раскопал. Раскопал. Блин. Факел. Факел, факел, факел. Труп. Ох ты, блин. Трубчатый магазин какой-то. Длинный ствол. Оружейные детали. Это все, наверное, мне очень даже и нужно. Ну, да? Ну все, дальше я пройти не могу. К сожалению. Ну и на этом спасибо. Черт побери, это я думаю, что пригодится для создания оружия. Журнал «Мотор». Доски. Слушай, батарейка, ты полежи пока здесь. Я на обратном пути, если останусь жив, я тебя подберу. Толстые деревянные сваи шатко поддерживают мокрую землю и спутанные корни. Конструкция, кажется, вот-вот рухнет. Только после того, как я выйду. Ай! Да-да-да-да-да. Ну давай сюда, пойдем сюда. Какие-то грибы. Слушай, мне кажется, я заблужусь к чертям собачьим в этом месте. Труп. Пустой труп. Что-то как-то напряжение нарастает. Я сужу по шуму. Шуму в ушах своему. Грибы. Получен предмет. Заперто. Это единственный выход. Без ключа у меня не получится ее открыть. 21-й. Да-да-да, у меня же был 21-й ключ. Люк покрыт толстым слоем пыли. Никто не открывал его как минимум пару недель. А прислонить ухо? Сквозь оглушающий шум ветра слышится тихий голос. Он кажется мне знакомым. Голос доносится будто из замочной скважины. Кто-то зовет меня. Осмотреть ручку. Ну, может быть и зовет, но я не могу туда зайти. Вот в чем проблема. Да, это то место, откуда я выбрался. Этот доктор меня... Что случилось? Что случилось? Эту часть коридора заблокировали огромные странно изогнутые корни. Ну, началось. Я еще и отравился, вступил в какую-то гадость. Короче, обвал, наверное, был, да? Так, ребят, мне надо выйти отсюда. Мне надо... Что это такое? Что это за тварина такая? Странное мясо можно приготовить, постепенно гниет. Можно приготовить? А где? Где я это все могу приготовить? На печке? На печке? Может быть... Ой-ой-ой, мне кажется... Ай, черт побери! Все-все-все-все-все, я убегаю, я понял. Я понял. Слушай, это достаточно неожиданно. Я даже, наверное, не стану вступать... в бой с этим неизвестно чем существом. В принципе, я осмотрел, у меня ключа нет. Батарейка только там осталась. Ну дай бог с ней, с этой батарейкой. Интересно, лопату я могу починить или все, или придется делать новую лопату.
Тут напугало меня это. Зараза. Это не камень, нет? Нет. Нет, надеялся, что сверкающий камень. Думал, заживу. Но нет. Я-то вот прям не знаю, полдень. Получится у меня, не получится пройти этот. Ну, что делать? Будем пробовать. Починить предмет. Да, лопату можно починить. Но я не знаю. Я не знаю, но я ее починил. Все, давай. Досок уже нет. Трубчатый магазин убираем. Патроны на дробовик тоже. Длинный ствол убираем. Постой, а что нам нужно, чтобы создать оружие? Вот эту запчасть. Запчасти мне не хватает, ее можно купить. Она стоит, наверное, как всегда, 400. Слушай, пошли готовить. Там что-то можно приготовить, гриб есть. А то все пропадает, потом что с этим делать? Я могу сделать из этого 12 инъекций. 12! Всего лишь. Я думал, одна инъекция равняется 10. Ну ладно. Да, нет у меня никаких способностей. Какой ты неспособный ты. Так, что мы с тобой возьмем? 12.40. Хотя бы разведать, что да как, и прибежим назад ночевать. Тряпки. Давай тряпок возьмем. На всякий случай факел, может быть, сделаем. Лопата есть, то есть. Оружия нет, ну и бог с ним. Ну, ладно, можно и так идти, я думаю. Да, кстати, нас же немного потрепали. Нас же, блин, далеко. Уже час. Я даже не знаю. Блин, и дождь пошел. Чё-то я боюсь, что это самоубийство. Я просто выйду туда, не пойми куда. Не пойми что, место незнакомое. И назад не успею добежать. Смотри-ка, а подожди, мне кажется, он бежит намного дольше. Охлаждает, наверное, дождик, да? Или мне так кажется? Вообще, куда я прибежал-то? Бегу, сломя голову. Да, я уже рядом. А сейчас еще эта субстанция у меня заберет жизни. Сейчас это еще субстанция, будь она неладна. Немного промахнулся. Забыл. Целый день тебя здесь не было, все уже позабывал. В ящике точно ничего не осталось? Точно. Генератор включить. Спокойно отдышись. Что за, блин, блохи? Труп осмотрен, тут же ничего нет. И беги. Открывай эту дверь. И да здравствует глухой лес. Ай, да здравствует глухой лес. Времени мало. 14.24. Божечки мои. Слушай, давай, выбегай как-нибудь отсюда. Выбегай, глухой лес. Куда же мне идти в глухом-то лесу?
Куда мне идти в глухом лесу? Что тут? Ай. Убежище. Убежище в глухом лесу. Можно здесь переночевать. Времени 3 часа. Времени 3 часа и новое убежище. Времени 3 часа и новое убежище. А вещи? Разжечь печку. Печь снова горит. Это хорошо, что она горит. Это хорошо, что она горит, но... Верстак пуст, какой-то велосипедный звонок, ржавый звонок от велосипеда, кто-то прикрепил к нему записку. А ну-ка. Дегустация напитков и перевоз вещей. Быстро и эффективно. Позвони. Вот тебе надо. Вот тебе надо. Только позвони. Это что, если я позвоню в этот звонок, то кто-то перевезет мои вещи, что ли? Или как? 15:10. Слушай, я однозначно не успею ничего здесь сделать. У меня нет досок. Кто там перевезет, не перевезет, я не знаю. Шкаф. Самогонка. А ну-ка давай быстро, просто хотя бы я осмотрю, что здесь. Да как, может какие-нибудь полезные вещи. Хлеб, ну вот нужен мне этот хлеб. Капканов нету. Грибы. И, наверное, побегу я назад. Блин. Что тут? Нет, побегу я назад все-таки. Может и зря, может... Ну я не успею, я не успею подготовиться. А там я возьму хотя бы доски и... О, смотри, кто-то лежит, я его не заметил. Потрошки. Карта леса. Локация уже открыта. Убежище в глухом лесу. Открыта новая локация. Дом Петрика. Что за Петрик такой? Немного отравимся с тобой. Что за Петрик? 4 часа. Можно было, конечно, и заночевать, ну и умереть. Зато очнулся бы там, наверное, да, сразу. Опа, осмотрим. Труп осмотрим. Вышли на дорогу. Я думаю, что к 6 прибежим. К 6 вернемся. Вернемся домой. И, наверное, уже там заночуем. Ну, отдышись, отдышись. А ну-ка я посмотрю. Убежище, рядом лагерь оборотня, кстати, и вот дом Петрика. Тихо, 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 тихо. А колодцем я, да, воспользовался колодцем. Вот мой дом. Вот мой дом родной. Верстак, 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 верстак. Ладно, канистра у меня есть. Бегу, заправлю еще на одну ночь. Боль, 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 боль. Пей только немного. Все. Экономим. 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 Нет, пока закрывать не буду. Да, посмотрю сразу, что я могу взять с собой.
это, наверное, будут доски. Давай-ка отмычку сделаем. Отмычка. Хлеб оставить. Ну и все, больше ничего такого полезного я не вижу. А, постой, как не вижу. Возьмем полную с тобой канистру, там же может быть проблемы с генератором. Хотя у меня есть одна, ну пускай будет две. Там же тоже пила, и надо, наверное, дрова будет быстро найти, доски. Все как здесь в первый раз. Разжечь печку. Печь снова горит. А там, наверное, погасло, да? Доза. Доза приготовлена. Шесть часов. Да, кстати, капканы. Сколько? Один есть. И, наверное, еще один. Кстати, металлолом-то заканчивается. Металлолом заканчивается. Подровнять шкафчик. Так, ну ладно, включаю. Должно хватить горючего. А если не хватит, значит, я был жадным. Задвигаю это все дело. Закрываю. Тумбочку ставлю. Где мой капкан? Ну, я не знаю, второй вот стоит ставить или нет все-таки. А? Ну так, последняя ночь, наверное, уже в этом убежище. Я так предполагаю, пускай устроим как можно больше сюрпризов. А лопатой же можно драться, насколько я, да, знаю. Да ты смотри, можно колоть, можно с размаху, как хочешь. Может, лопату в руки возьмем, а? Давай попробуем с лопатой, почему нет? Вот и пришло время. 8 часов. 8 часов. Тьма сгущается. Хотя бы никто не пришел, а? Смотри же, как же, не придет он. Вот он уже возле окна. Унюхал. Блин, черт побери, а? Пей его. Взял капкан. Слушай, я прям вот зря, наверное, это делаю. Перевожу металлолом. Я, наверное, представляю, как он будет нужен. А я тут его на капканы. А, кстати, этот коктейль Молотова тоже давай в руки возьмем.
Все, лопату. Лопату не выпускай. Ну, уже полночь. Почти полночь. Ха-ха, броня. Что же это такое? Что же это? У меня такого нет. Что это за камень какой-то? А с броней бы вообще бы было бы замечательно. Что-то сверкает. Сверкает что-то справа. Что за вспышки? Что за вспышки? Ох уж этот лес. Ох уж этот лес. Как там оборотень живет, интересно, торговец, а? Свой среди чужих. Так, лампочки, лампочки, вы того этого не гасните. Три часа. Как бы ничего страшного не происходит. Вообще. А если... Я не могу ее разобрать, да? Надежно, надежно собранная баррикада. Разобрать я ее не могу. Уже 5 часов. Я думаю, уже никого не будет. Замах. 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 Кто это? А ну-ка, закрыть дверь. Закрыть дверь. Что за шутки? Ребят, полтора часа у вас осталось. Ну, час, час. Так что давайте прекращайте все эти шутки. Идите в свои норы, где вы там прячетесь днем. Да, похоже, можно все собирать. Металлолом. Металлолом. Сколько там... Одна ячейка осталась, ну и бог с ним. Да будет утро. День восьмой. Вот как репутация увеличилась, да? Репутация. Брось. Так, слушай, я, наверное, не буду с тобой торговать, а просто сохранюсь. И... Не, ну можно, конечно, свет уже и не выключать, но пускай. Может, кто-нибудь забредет в это жилище. Оно уже почти подготовлено. Правда, в округе нет леса, то есть дров. И бегом, 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 прям во всю прыть, я бегу в сухой лес. Дождик, хорошо пошел дождик. Вот прям действительно, мне кажется, выносливости намного больше, когда дождь идет. Я могу дольше бежать. Прям почти добежал.
Что же все-таки надо попробовать, как там... Чего? Кто? Какая собака? Какая собака? Блин, чуть не вляпался. Чуть не вляпался в грибы. Что там, нету? Все, давай не будем отвлекаться. Давай уже... А, послушай, у меня же... Факел есть или нет? У меня есть лампа, да? Лампу возьму, пускай она уже досветит. Девять часов, я уже на границе. Иду. Отравимся. Так, здесь кто-то рычал на меня в прошлый раз. Надеюсь, никто меня здесь не прихлопнет. Ну вот смотри, час потратили мы для того, чтобы пробежать к убежищу. Нормально. Какое-то убежище такое полуразрушенное. Вообще мне абсолютно не нравится. Где верстак? Где что? Звонок. Ну и как это все работает? Тын-дын. Тын-дын. Ой-ой-ой, гром. Что-то произошло. Только гром гремит. Так, ладно. А это что за чудо? Велосипедист, говорить. Ваше здоровье, уважаемый. Большая просьба, у меня так пересохло в горле. Если бы вы, уважаемый, помогли натруженному путнику поправить здоровье каким-нибудь прохладительным напитком, то я был бы по гроб вам благодарен. Человек не кактус, пить должен. Ух ты. И путник. Как же ты здесь живешь, а? Как, бедолага, выживаешь? Фотография, самогон тебе нужен? А велосипед дашь? Хорошо, пошла, аж дыхание сперло. Если хотите, я могу перевезти сюда ваши вещички с убежища. Конечно, но больше не проси. Из какого убежища перевезти? Ну, из сухого луга. У меня пока одно. В процессе, шеф, вперед, мое любимое слово. Давай, вперед, гони! Гони, дружище, гони! Потому что... Так, пила. Где генератор? Вот генератор. Хорошо. Кстати, да, на одну ночь здесь хватит вполне горючего. Но... Я что-то подозреваю, что одной ночью не обойдется. Блин. Давай-ка, наверное, еще. Выливаю все. А следующую канистру мы, наверное... Это же пила, да? Заправим сразу с тобой пилу. И бегом искать гвозди, доски. Где-нибудь поблизости определенно они должны быть. Канистра пуста. Где-то они должны... Почему не осмотрел, что дальше? Вот древесина. Отлично. Гвоздей, пеньков. Давайте все. Нет, колодец я пока чинить не буду. Хотя собака уже сдохла. Наверное, никто ее не кормил никогда в жизни. Ну, когда-нибудь дождь этот прекратится, а? Это и все? Это все и дрова? Ладно, тогда где? Где будем ночевать? Снова здесь?
Ну да, наверное, с верстаком все-таки не так скучно. Тогда чини этот проход. Баррикадируй это окно. Ну и пойдем посмотрим. Блин, ну как так? Как так мог ты вляпаться? Ай, ванна тут. Кстати, ванной можно будет что-нибудь закрывать. Лампы. Обувь. Здесь я смотрел. Здесь я смотрел стол. Осмотрено. Ну что, баррикадировать, наверное, да? Ну, здесь оно закрыто. Давай сразу лампу бери. Потащили ее. Тащили лампу с тобой. Займемся перестановкой. А ну-ка отпусти, хватит. Гвозди. Ты представляешь, закончили гвозди. Где ж я возьму-то гвоздей? Где же я возьму гвоздей? Так, дверка, ты... Ну, сколько смогу, столько посмотрю, что здесь в округе. Ну, блин, обидно. Без гвоздей как-то. Слушай, здесь лампу поставим, а вторую, наверное, здесь, в этой маленькой комнате. Ванна, еще все это дело придвинем. Пускай здесь стоит. Может, еще тумбочку притащить, а? Где тумбочка? Где была? Была где-то тумбочка. Вот она. А тумбочку, наверное, потащу я к другой двери. Но мне что-то кажется, что это все зря. Но мне так спокойнее. Салфеточка лежит на тумбочке. Все вокруг сожжено, разрушено, а салфеточка уцелела. Брось это дело. Слушай, я бы еще... А знаешь что, мы шкаф с тобой тоже перетащим. Но мы его перетащим и закроем вот этот вот проход, через который сейчас проходим. Мне бы было бы спокойнее, если бы это была какая-нибудь дальняя комната. А, смотри, здесь еще стул есть. В общем, короче, нагородим здесь с тобой. Где этот велосипедист? Когда он привезет мои вещички? Так, отпускай. Нет. Вот так, толкай. Вот нету помощника. Вот так, пускай так. И что? Напилить дров. А в тракторке? Ручейковый ремень. Зачем он мне? Так, канистра, ты пока здесь полежи. Блин, досок мало. Досок мало. Чувствую... Чувствую быть в беде. Так, ну что, что тут? Слушай, ну оборотень рядом, может быть к нему сходить? Хотя давай, наверное, убьем эту собаку.
заберем ее ухо. Блин, а у меня даже места нет. Тогда побежали, выложим все. Батарейка еще. Ничего себе. Верстачок. Бутылочку таблетки убираем. Ухо тоже, звонок тоже, патроны сюда. Батарейку тоже. Доски. Ну так, пускай так будет. Пойду посмотрю, что там вверху. Блин, а тут же темнотище. Тут просто темнотище. Ничего себе. Без факела просто никак. Значит, мы тут влезем. Смотри, сколько грибов здесь. Грибов полным-полно. Мост, открыта новая территория. Но они мне не нужны, эти грибы. Но мост — это переход в следующую локацию. Я брожу, вообще ничего полезного не нашел еще. Грузовичок, надо же. Какой-то бесполезный совсем. Выхлопная труба, записка из грузовика. Список жителей. Что с ними произошло? Магазин малого калибра. Я слышу какое-то, не знаю, рычание или что там. О, нет, я пошутил. Нет, я не готов. Хотя давай возьмем лопату. Но у меня жизни мало. Я думаю, что я не справлюсь с ним. Нет, точно не справлюсь. Нет. Тут надо или дробовик делать, или не пойми что, или пушку какую-нибудь. Блин, бежит. Зачем я вернулся? Блин, да ну отстань от меня, тварь. Беги, не останавливайся. Беги в убежище свое, беги. Это мое убежище? Не чужое. А колодец я починить... Нет, могу починить колодец. Ну и хорошо. Притворилась человеком, там трупиком, лежит, ждет. Закрывай дверь. Где печка? Она меня сохраняет. Разжечь. Блин, забыл разжечь. Если бы я погиб, сейчас бы оказался в своем старом убежище. Все, ребят, наверное, на этом я остановлюсь. Скажу спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч в сухом лесу. Пока.